зрелище. Это он нам столько насолил, и его место только на стене позора. Его еще там не было, но он там будет. Позорник страны. Да вот, туда выше берите. Вот так вот, сюда. Вот там. Вот еще одна кандидатура, до которой мы добрались. До президента Литвы. Что там такая Литва? Ничего не значит. И что стоит она для России? Стоит только Путину применить свое действие, как ее ветром сдует. И не будет ее больше никогда. Ей только висеть надо где-то. Действительно, вот туда ее наверх, до позорников. Скажите, что это за человек? Это премьер-министр Канады. Молодой. Это позорник, а не премьер. Позорит себя перед всеми. И на кого он поднял свои слова, говорит, которые про Путина? Да если Путин захочет, он разберется с ним сам. Да что-то его никто не разбирается. Надо на позора его повесить, и чтоб он там висел. И да, помню, что да, он да, да, то его позор. И его позор. Место на его на стене позора. Он позорит и нас, и всех.